набережная, где можно пойти прогуляться. Ну и давайте выйдем на пляж, посмотрим море. Как обычно, видите, на пляже стоят загородочки такие, и там вот море. Правда, здесь есть камни, но сильно не пугайтесь, потому что здесь вход, да, здесь пологий вход. А вон там есть риф, как маски, ласты, можете поплавать. Он разнообразный, в этом и есть плюс. Территория зеленая достаточно, видите, даже с экзотическими такими кактусами. И смотрите, есть детская площадка, что очень круто. Она с навесом. Здесь действительно можно поиграть. И вообще выглядит все как домик, правда, на дереве. Да. И ресторан. Конечно, здесь отличный ассортимент. Как обычно, люблю по сырам определять. Сыры, смотрите, есть. Йогурты, здесь у нас горячие, желе, чай, соки. Выбор фруктов, многие меня спрашивают, какие они есть, разные выпечка. Так что очень хорошее питание. Ну и атмосфера, конечно.